I am the king and will not be. Всем привет, друзья мои хорошие, с вами спикер и полицейские погони. Сегодня мы прокатимся на желтом школьном автобусе вместе с ребятишками. У них есть такие узишки и будем отстреливаться от копов. Сегодня у нас будет Тревор, но в таком обличье. Я готовлю рубрику GTA Охота. Ну что, ребята, загружаемся в желтый автобус и прокатимся до самой школы. Возможно и до горы, как получится. Так, ну что, загружаемся по одному. Да, загрузка идет очень долго, пока посмотрим из кабинки, как у нас смотрится. Вот так довольно уютненько. Нормально, следующий. Да, очень долго загружается, у нас сколько интересно помещается. Так, первый загрузился, я вижу, второй тоже загрузился. Кажется, их всего трое или четверо будут загружаться. Но мест там довольно много. Так, хорошо, мы, наверное, уже сделаем звездочки, пока ребята у нас загружаются. И я уже подготовлю звезды. Сколько интересно сегодня мы сделаем, даже не знаю. Ну, пускай будет, наверное, три. О, четыре. Хорошо, пускай будет четыре, загрузилось уже. Так, трое. Трое загрузилось, и кажется, все. Хорошо, ребята, мы готовы отправляться. Уже у нас 4 звезды, и погнали. Я уже слышу копов. Так, погудим, и наша уже погоня начинается. Эх, ребята, пора нам в школу. Да, сегодня прокатимся в школу. И даже не знаю, по какому маршруту. Хорошо, погнали, прямо по центру. Там у нас есть хороший трамплишка. И, кажется, ребята уже отстреливаются. Слышь, ух, ребята, слушай, такие жесткие. Жесткие ребята отстреливаются. Это, конечно, найс. Можно, конечно, мы сегодня подрифтовать на автобусе. Он довольно большой и удобный для дрифта. Ну что, с первого трамплишка. Там у нас сзади есть коп еще. Ребята прям за нами. Ух ты, да. Нас цепанули. А ребята спокойно проехали-то. И прям на крышу. Нет, через крышу. Какой сальто получилось. И прям на колеса. Не, прям на крыше получилось, да, не очень удачно. Ребята, все в порядке. Мы снова в аэропорту, и нам нужно снова как-то выезжать. Так, где у нас проход есть? Кажется, видит проходик. Кого пытается все отстрелять? А, по вертушке, что ли? Это нормально. Это наши школьники. Нормально, здесь промчусь. Ой, с трамплишком. Сейчас прям по трамплишке пролетим, прям наверх. Ну-ка, получится, не получится. Ух ты, да, довольно эффектно. Вот это жесть. Ребята, сейчас отправимся в школу. Держимся на двух колесиках. Походу его просто сняли уже. Да, просто копа взяли и сняли. Даже не успели подъехать, а его с ним уже разобрались. Вот это школьники. Реально крутые ребята. Сейчас подъедем и под... Нет, не подлетели. Я думаю, уже реально чувствуют, что подлетим. Хорошо, погнали прямо по трассе. Вот так, ребят, сегодня будет у нас школьный автобус, и все будет очень по-жесткому. Ребята отстреливаются, мы тоже будем отстреливаться. Вот таким макаром прям в лобовую. Ух ты, жесть, это просто в мясо. Вот так, ну, кажется, живой остался, ребята, добейте его. Слушай, довольно много сегодня будет палить, значит, 4 звезды, уже ФБР гоняется. Скоро появятся танки, и будет реально жестко. У нас у ребят нет гранат, у них просто есть УЗИшки. Против танков, конечно, против УЗИшек не попрешь. Ну что, у нас есть, ох, вертушка. Кажется, что-то прилетело прямо передо мной. Ох, нормально, промчались. Ну что, ребят, испугался, он даже испугался. А его просто... Вы просто присобачили и все. Можно проехать по нему. Так, мы на дрифтаем. Резкий дрифт и прям на трассе. Все нормально. Хорошо, возьмем себе бронебойный. Можно уже эгенски покидать. Так, покидаем парочку. И возьмем, наверное, бронебойный. Он довольно самый эффектный и самый скоростной. Пока едем спокойно, можно же потраниться, хотя не стоит. А вот выберемся, ну, нормально. Ребята, держимся. У нас скорость. Какая скорость? Даже не вижу, какая скорость именно. Где наш спидометр? Эх ты, может быть, и даже на трассу именно вот тут-то подняться сверху. Так, секундочку, где можно подняться. Ребята, держимся, сейчас делаем поворот на 180. Нет, подняться можно было с другой стороны. Хорошо, погнали сюда уже, прокатимся по городу. У нас трамплишка, сейчас можем трамплишку и прямо наверх мы выйти на трассу. Там будет довольно будет интересно и зрелищно. Хорошо, резкий поворот, прям по заднице, в другую сторону. Эх ты, нормально, ребята, отстреливаемся, нужно трамплишку. Нам нужна трамплишка, чтобы подняться на самом верх и уйти от копов. Надеюсь, мы подлетим. Я очень надеюсь, конечно же.
И надеемся, сейчас подлетим. Ребята, держимся все выше и выше. Ху-ху. Сейчас будет жестко. Мы реально залетели наверх, и довольно было эффектно. Ну что, приземляемся же. Вот тебя. Прыжок у нас выполнен. Ребята, у нас есть вертушка. Так, нужно, по идее, на другую сторону. Хорошо, полицейский разворот. Маленько поцарапали наш автобус. Ничего страшного. Если что, потом починим и поехали прямо по встречке. Интересно, сколько как осталось? О, практически добили. Сейчас помогу мне, ребятишки. Сейчас, секундочку, дядя Тревор поможет вам. Мне кажется, я уже подстрелил. Нет, еще не подстрелил, уже дымится. Очень жестко дымится, ладно. Прям в пилота и будет готово. Мне кажется, все уже. Ребят, добейте уже эту вертушку, наконец-то. Я не вижу, куда ехать. Вот такие макара. Все нормально у нас и продолжается наша погоня. Так, ну что, где наш коп? Я даже не вижу. Можно уже пострелять. А в нее вижу копа. Прям в головешку. Это было жестко. И, ребята, прям на таран. Ух ты, да. Привет, дядя полицейский. Ребята, что-то стреляется. Это просто жесть сегодня. Ух, о, куда подлетели. Все нормально. Выравниваем автобус и кодов не спадаем. Как не очень удачно для наших легавр. Секундочку, назад прям. Прям давай назад, назад. Ребята, отстреливаемся. Я чувствую, там будет просто гипс моря на полу. Так, ну что, давай задний ход. Нам нужен реально задний ход. Ребята меня просто блокируют. Так, гасим переднее уже. Так, мы этого убили, мы этого тоже снесем. Поехали. Давай, ребята, полный вперед. Ну, прибавляем скорость уже. Походу, собираюсь просто. О, как мы его сняли. Красотень. Сколько легал, можно, конечно, делать все это взорвать. И сейчас просто его бабую. Это было жестко. Я вижу, конечно, копа, который очень такой смертник. Это больно. Это чертовски больно, чувак. Я прям в лобешке где. Не получилось. Так, ну что, ребята, отстреливаемся. У нас два копа всего лишь. Два копа, и сейчас мы их уничтожим. Кажется, они уже уничтожены. Да, он посигналил, кажется, просто поехал вперед. Так, ну что, давай задний ход уже. Блокирует нас даже. Можно же взять и гренку. Гренка, гренка, где наша греночка? Кидаем греночку и все, идем взрываем. Ребята, сейчас был большой бабах. Вот жесть. Кажется, мы застрелили. Нас снова блокирует. Давай задний ход, мне кажется, практически наша тачка взорвалась. Так, прошу, давай передним. Да, автобус лучше не поворотлив. И нужно как-то сюда нам съезжать. Сейчас протаранимся. Ребята, держимся. Включаем турбоускорение. И реально протаранимся. Ух ты, да, проскочили тут. По встречке довольно опасно, скажу вам. Там какие-то еще взрывы происходят. Так, ускоряемся и прям в лобовую. Хо-хо. Это было очень больно, ребята. Так, все, прятки. Сколько у нас репетишек осталось? Так, вижу. Два УЗИшки, две УЗИшки. И, кажется, третью УЗИшку точно вижу. Все трое у нас еще живы. Это, конечно, очумено. У нас С4. Нет, секундочку, мне надо не С4, мне нужно бронебойные. Так, бронебойный готов, там слишком много ребят, даже не знаю, в кого именно стрелять. Их очень много. Прям в броник, мы все-таки его уничтожим. Нормально, ребята, мы продолжаем свой ход. Можно подняться повыше уже и прям на поезде. А, сейчас получится, не знаю, не получится. Там вижу, нас блокируют. Слишком резкий подъем, не сможем подняться. Сейчас что им придумаем. Ребята, кажется, сел прям в грузовичок. Сейчас мы на таран. Да, такой грузовичок, конечно, очень сложно протаранить, особенно без школьного автобуса. Так, хорошо, мы подняться наверх не сможем. И нас как-то даже зажимают. Такого у нас давненько не было, чтобы нас зажимали. Обычно мы очень быстренько проезжаем, все. Хорошо, мы сейчас реально все это дело протараним. И, ребята, держимся. Сейчас реально протаранимся. Как мы тачку подняли. Очуметь. Вот это жесть. Ну, реально, бронебойный грузовичок очень сложен таранить. И это не очень-то и получается. Сколько легавых к нам подъезжает-то? Нет, секундочку, здесь задний ход. И все-таки придется нам объехать стороной уже. Ребята, гасите всех. Реально нужно гасить всех. Можно взять даже гренки им дать, а не УЗИшки. И тогда были бы большие взрывы. Но, конечно, очень опасно для нас. Так, ну что там? У нас стоит групп. Машинка просто. И берем на таран. О, как подняли. Обалдеть. Так, у нас едет авто. У нас есть поезд. У нас есть поезд, он у него стандартная скорость. Я все верну обратно. И даже не знаю, можно же поехать прямо здесь. Ребята, держимся. Сейчас прокатимся прямо рядом с поездом. Вот таким макаром. Сейчас выровняем. О, нужно правее. Ребята, держимся. Сейчас, секундочку. В реальном очень опасно будет. О, нормально. Мы промчались. Едем же рядом с поездом. Так, ну что, маленько, конечно, отстали. И спокойно сделаем передышку. Было довольно жарко. Так, ну что, сделаем перекличку. Я, правда, никого не вижу. Головешки такие маленькие у них. Их не видно. Так, ну что, нужно где-то уже съезжаться будет. Уже прямо на трассу вернуться. И продолжить свой путь. У нас всего 4 звезды. Хорошо, вернемся здесь на трассу. И продолжим свой путь уже. Конечно, хочется уже против танков посмотреть, как это будет смотреться. Так, секундочку, я, кажется, вижу уже легавых. Сейчас разберемся с ними. Так, ребята, ребята. Так, одним выстрелом. Хотел всего лишь одним выстрелом снять, не получилось. Нормально протаранили. Ребята, отстреливаемся.
Так, две удишки я вижу, а третью еще не вижу. Так, секундочку, он даже впереди сидит. Да, все нормально, он живой. Так, ну что, ребят, у нас скорость 180 км в час. Ну, по идее, должна быть 180. Нас пытаются подрезать нормального. Ух, там, походу, уже УАЗик. Уже ребята с УАЗиком появились. Но автобус довольно хорошо держится, правда, он не очень-то и уклюжий. Все, пока спокойно, мне нужны танки. Мне нужны реально танки. Наверное, все-таки мы сделаем пятую сведочку. Идет, ребята. Ох, жесть, успели выровняться. Сделаем танки, пускай уже против танков будет. Ну, конечно, это будет очень сложно. Но ради этого стоит сделать. Мне кажется, уже впереди появился танк. Да, впереди появился танк и уже фу, как промчался-то. Обалдеть, стоит просто мимо нас прилетел. Так, можем на капаку легать вот таким макаром. Там легавые. Там есть легавые, конечно, мы берем на себя уже. Вот таким бачком просто. Сгребаем их, жесть. Так, задний ход. Так, сейчас вертушки пролетел. У нас уже появились танки, и сейчас будет довольно жестко. Так, есть вертушка. Ну-ка, поехали прямо туда. Так, вижу диких животных. У нас Тревор, у нас охота, и у нас есть дикие животные. Будем охотиться сейчас, чувствуя. Так, хорошо, погнали прямо вертушки. Сейчас, там сейчас танк. Это жесть, походу мы в порядке. Мы пока по грядке, прям бочком. Ох ты, да, он, кажется, тоже дрифтует. Так, давай-ка, полный вперед. Полный вперед, мой друг. Нормально выравниваем. Выравниваем наш автобус. И кажется, мы успеваем. Он поворачивает свой дух, нужно ускоряться. Бедное животное, кажется, перед нами. И застрял. Прям бачком хотел. Не получилось. Какие взрывы у нас? Снова танк. Кажется, танк не по нам стреляет, но он стреляет по все, что движется. Так, ну что, у нас есть еще две вертушки. Надеюсь, мы еще подлетим. Мне довольно интересно посмотреть уже, как этот жовтый автобус. Ох ты да, промчались нормально. Это нормальная вертушка, есть еще одна. Надеюсь, подлетим. Все-таки хочется смотреть уже, как смотрится высока. Она есть и легавые. Так, промчались одни легавые. Не получилось тоже кверху лететь. Так, танки прямо перед нами и все-таки удачно. Ох, ребята, сейчас будет зрелище. Это больно. Это чертовски больно. Я, возможно, это знаю, как больно. Так, ну что ж, наша гора прямо перед нами, и скоро будем подниматься в гору. Будем подниматься сегодня с левой стороны, довольно будет интересно, танков будет довольно много. Так, ребята еще пытаются кого-то отстрелять, но я, правда, никого не вижу. Так, он, кажется, садится фуром, вот таким макаром просто. Не получилось, реально очень бронированный грузовичок, и очень тяжелый. Ребята, все в порядке, мы выезжаем снова на трассу. Сейчас один выйдем. Там нужно спад работать. Вот в обычной полицейской машинке. Хорошо, ребята, сейчас мы все-таки выйдем. Дядя Тревор что-нибудь сделает, да придумает. Так, танков нету. Танков не вижу пока. О, нет, вижу, кажется, впереди танк. Так, влево-вправо, влево-вправо, сейчас будет выстрел. Выстрел был, но все-таки мы живы. Все нормально. О, как он ускоряется, ребята. Отстреливаемся. Ух, жесть, о, как он подлетел. Это просто обалденно. Кажется, что-то мы врезались. Так, надеюсь, мы промчимся. Промчимся, довольно удачно. Ребят, тоже довольно удачно, у нас бронированный грузовичок прямо за нами. И его просто зарасплющил. О, обалдеть. Вот это жесть получилась. Что от него осталось-то? Да практически ничего. Хорошо, с нашей горой рядом с нами. И осталось буквально чуток, ребята. Ах, походу ему свернуло шею. Это больно. Ребята, это больно. Это ваша работа. Что сказать еще? Так, ну что, прямо навстречку. Это будет очень сильный удар. И просто навстречку. И так подстрелимся. Ребята, ну-ка фас, прям в него давайте. Так, не вижу, с другой стороны посмотрим. С другой стороны посмотрим. А впереди у нас танк. Ох ты май гад, что сейчас будет? Так, влево-вправо, даже не знаю. Давай бочком, наверное, и прям дрифтом. Ох, нет, рядом выстрел был. Дрифтом. Не получил дрифтом. Давай-ка задний ход. Он поворачивает свой дом. Ребята, он поворачивает свой дом. Так, хорошо, давай полный вперед. Какие-то жесть, я не вижу, как подняли дуо. Дуо подняли ему хорошо. И кажется, ребята, переворачиваемся. Все нормально. Он ушел просто. Он просто под нос ушел. Это нормально. Что происходит? Какие-то крики. Хорошо, уже отсюда подальше от места преступления. Тут довольно жарко было. Так, танков еще у нас, конечно, будет очень много, особенно на самой горе. Это довольно будет зрелищно. Как наш автобус помяли-то? Мне кажется, мое правое колесо уже... Так, вижу, кажется, танк. Прям по трассе. Нет, не танчик, показалось. Ну что, ребята, осталось буквально чуток для нашей школы, и скоро уже доберемся. Да, все трое у нас на месте, я их вижу. Они пытаются отстреливаться. И подъем будет очень тяжел, потому что это автобус, и тут у нас очень узкие дороги. Но все-таки сможем, думаю, подняться. Наша задача подняться на сам верх. Так, не знаю, а дорожка вроде есть. Дорожка очень узкая, конечно, на мотоцикле гораздо было проще. А на автобусе очень... О, вижу танк. Вижу танчик и, надеюсь, правосуд встал на место. А нет, все-таки решил падать вниз. Так, ребят, давайте по вертушке. Прям по вертушке и прям в заднее...
Прям в задницу, вот таким макаром. О, все, вертушка готова. И наблюдаем красивое падение. Ох, черт, готово. Хорошо, погнали дальше. У нас еще одна вертушка. Ребята, давайте отстреливаемся. Тут довольно будет сложно подняться, но надеюсь, мы сможем. Хорошо, мы ускоряемся уже. Так, пока у нас нет полицейских машин, у нас танков нет, мы можем, конечно, двигаться. Все нормально, ребята, наш желтый автобус реально заберется на гору. Это будет очень сложно, но мы с этим сможем. То есть дядя Террор сможет. Так, вижу много легавых. Нужно чуть левее взять. Так, он подъехал. Выходит, ребята. Почему не ведут огонь? Припрыжку еще? Шире, ребята, просто припрыжка. Хорошо, можно ускориться. В принципе, у нас по прямой. Так, вертушка. Ух ты, да, красиво полетел. Красиво, мы прям... Я показал сзади танк. Сзади танки у нас не бывает, только бывает спереди. Так, беру еще парочку машин, спускается. Наши тачки спускаются прям с горки, прям бочком. Кажется, даже мы тоже решили бочком спуститься. Нет, не очень-то и хочется бочком. Ребят даже просто взрывается. Так, еще остались? Все живы? В кустиках. Эх, маленько застряли. Сейчас выберемся. Ребята, держимся. Загорелась травка, и машинка подлетает. Красиво. Как все зрелищно. Хорошо, поднимаясь в гору. Надеюсь, ребята отстреливаются. Я, правда, не вижу, что они отстреливаются. Нет, вижу. Да, вышка работает по полной программе. Очень сложный, конечно, будет подъемчик на сегодня. Надеюсь, хоть мы поднимемся на самый верх. Ну что сзади происходит? Вертушка у нас есть, сейчас и мы с ним. Ребята, дядя Террор поможет. Можно прям в задницу стрелять. И довольно будет быстрый. О, готово. Надеюсь, в нашу сторону будет падать. Так, прям над нами. Ох, прям над нами реально. Чувак. Чувак, походу, уже хана. О, приехал танчик, даже незаметно как там. Ребята, сейчас ускоримся. Сейчас промчимся. Этот участок, надеюсь, больше танков не будет. Какие-то взрывы. Это, походу, ведут. Обстрел прям сзади нас. Так, все нормально. Ух, нет, только не в сторону. Так, пытается, значит, сбросить. Как они дрифтуют. Это реально крутой дрифт. Прям на масс. Прям на горе. Ребята, походу вы не отстреливаете. Сейчас поможет дядя Тревор. Вот таким макаром просто берете и в пилота. Мне кажется, он просто вниз падает уже. Ну, реально, вертушка уже вся горит. И я в этом помогу, кажется. Так, хорошо, ускоряемся. Черт отсюда. Так, сзади у нас спокойно. Подъемчик сегодня будет довольно тяжело. Ну что, ускоряемся уже реально. 60 километров на горе довольно стабильно. Так, ну что, вертушка снимается, ребята? Да, вертушка дымится и, кажется, уже падает. Сейчас поможет дядя Тревор. Нет, нет, только не назад. Тут еще одна вертушка. Слишком много вертушек. А танков я пока что не вижу. Значит, все спокойно уже. Но нам еще, конечно, подниматься и подниматься. Кажется, еще третья вертушка. У нас только что было две вертушки. Какие-то взрывы. Прямо перед нами танки. И мы промчались довольно удачно. Так, он поворачивает свой дуло. Нужно ускориться. Жесть, как он ведет огонь. Довольно точный огонь ведет. Это, конечно, ему... Ну, что ж, только с вертушки. Нужно с ними реально разобраться. Сейчас, ребята, поможем. О, готово. Ребята, они отдыхают. Как красиво. Красиво сделали. О, как чувак отлетел-то. Обалдеть. Так, надеюсь, мы тут промчимся. Мне кажется, это самый тяжелый участок. Да, это самый тяжелый участок. Нужно промчаться, наверное, все-таки с правой стороны. Сейчас, ребята, промчимся. Довезу до школы. И, конечно, отправитесь в школу. Так, давай-ка в горочку. Кажется, есть еще полицейские машинки. Они прям позади. Нормально промчались. Кажется, поднялись в самую гору. Это был очень тяжелый подъем на автобусе. Конечно, помню, было на танке. На танке было гораздо попозже. О-о-о, секунду назад. Прям перед нами танк. Он прет. Надеюсь, он упадет вниз. Так, давай-ка тормоз. Только не вниз, чувак. Только не вниз. Это падение будет очень-то печально. Так, держим тормоз. А какой черт тормоз? Мы просто летим на крыше. На крыше мира твоего. Так, ну хорошо, спустимся, наверное, все-таки чуть пониже. Нас все-таки преследует. О, об елочка. Еще одна елочка. Нормально. Так, держим ручник, задний тормоз. Мы спускаемся с горы. Такого еще не было в погонях. Но все-таки мы заберемся на сам верх, я это чувствую. Ох, жесть, хотя бы на колесике. На колесике, чувак, приземлись. И нам придется все-таки подниматься к еще розам. Хорошо, поднимаем. Тут еще кусок металлолома упал. Ребята, ну-ка, отстреляйте его. Надеюсь, больше никто падать не будет. Хорошо, поднимаясь прямо отсюда, довольно будет жесткий подъем уже. Так, его гасит, ну еще гасит, но реально три УЗИшки против одного полицейского. И ребята не могут вынести. Ребята какие-то у нас сегодня. Так, мы даже не знаю, сможем подняться, не сможем. Все-таки должны подняться.
Ну, должны, кажется, подняться. Здесь, ребята, держимся. Сейчас ускоряться будем и будем подниматься в горку. Очень тяжело, конечно, автобус очень тяжелый. И неповоротлив. Прокатились до практически самой горы и вниз. Так, можно подняться. С правой стороны реально можно подняться. Так, ребята, держимся сейчас. Вертушка прямо над нами. Две вертушки. И мы вернулись практически на трассу. Мы, конечно, потеряли. Ох, ребята. О, еще одни ребята. Ну-ка, секундочку, держим тормоз. Держим тормоз, давай-ка ускоряемся. Ох ты, да, довольно тяжелый подъемчик. Тут довольно высоко, если, конечно, падать. Надеюсь, нас не сбросит. Сам тяжелый участок мы пока что все-таки прошли. Правее, правее, кажется, уже скоро будет закатик. И мы вернулись на трассу. Это было очень тяжело. Так, хорошо, ребят, давайте введите огонь. Мне все-таки нужно справиться с управлением и подняться до самой горы. Всего лишь одна ошибка, и мы спустились практически вниз. Но мы все-таки вернулись на трассу. И мы снова на коне. Так, ну что у нас? Очень узкая дорожка и... Так, мне кажется, мы проехали этот участок уже, самый неприятный. Надеюсь, танков больше не будет. У нас конус. Да, вижу. Да, мы практически на самом верху уже. Очень реально радует. И осталось буквально чуток, ребята. Осталось буквально чуток. И кажется, уже... Кажется, прям перед нами вертушка. Сейчас разберемся. Поднял слишком высоко. Ребята, видите огонь. Хотя просто прикройте меня. Ох, это точно. Это точно будет моя вертушка. Слишком высоко затрана. Надеюсь, танков больше не будет, и мы сможем добраться спокойно до самого верха. А кажется, все-таки есть один танчик. Против танка уже. Реально встали против танка, и кто кого даже, мы, кажется, застряли просто. Ах, мы не даем ему выстрелить. Он реально поворачивает дуло, у нас... Что это происходит? Давай, полный вперед. Полный вперед, поднял дуло кверху, а мы просто промчимся. Что это было? С ума сойти, только главное не сильно ускориться, а то просто прилетим в самом вниз. Ну что, чувствуете, мне танки больше не будет. Мы практически до самого верха добрались. Ребята, выносите уже эту вертушку наконец-то. О, когда дядя Трёр стреляет, они сразу пугаются. Так, сейчас прям в задницу и будет чудненькое падение. Мне слишком далеко уже. Так, еще одна вертушка. Ребята. Ох, там, походу, еще таки сзади нас преследует танк. Так, промчались. Очень узкая дорога, конечно, но автобус реально тут проезжает. Так, все, кажется, последний реально будет танк. И мы до самого верха добрались все-таки сегодня. Это был жаркий подъемчик. Теперь можно подняться на самый верх. Так, секундочку, мы сможем промчаться. У нас там получается... Ну, в принципе, можно попробовать. Сейчас доберемся до самого верха уже и отключим наших копов. И посмотрим, сколько наших детишек осталось живых. Так, только правее. Нет, секундочку, мы, кажется, пора. Мы снова, кажется, падаем вниз. Сейчас нужно проехать чуть вперед. Осталось буквально чуток, но можно сделать дрифт. Сейчас сделаем тут дрифт и... Заберемся на самый верх. Практически наверху уже. Ребята, потерпите буквально чуток. Мне кажется, не все живы. Я вижу, все втроем они отстреливаются. Ах ты да, мы наверху. Наконец-то мы наверху. Я чертовски рад. И можно отключить уже, наверное, все-таки копов наших. Ребята, сегодня вы свободны. Хорошо, выходим уже по одному. И сделаем перекличку. Как же досталось нашему автобусу. Вмятины какие. Обалдеть. Какие-то крики еще. Так, ну что? Девушка Шашко, я привез вас в школу и даже не знаю. Хорошо, ребята, мы на этом закончим. Всем спасибо и увидимся в других роликах. А с вами был Спикер и до новых встреч. Всем пока!